Добрый день, друзья мои! Сегодня день 7 ноября. Занимаюсь хозяйственными делами. Сейчас почистила все орехи. Орехи у нас крупные. Муж собирает, бьет. Я потом сортирую и укладываю. Мы не сушим их специально. Они сохнут так, под навесом. А вот когда начинаем чистить, тогда наоборот не сушим, а смачиваем. И тогда очень удобно снимается корочка. И остается только лишь целая ореховая мякоть. Вот такие орешки мы собираем. На зиму нам вот такого ящичка орехов. Ну, большой ящик орехов. Мы всегда заготавливаем, нам хватает. И чтобы что-то испечь и покушать. Все, орехи заготовлены, можно заняться цветами. А вот эти листья обрезанные я ставлю в воду просто-напросто. И жду, пока появятся корешки. Часть была помещена раньше, часть позже. Корешки образовались не у всех. Вот я сейчас вижу два, у которых очень хорошие корешки, и их можно посадить. Я их отбираю в сторону. Это пускай стоит до следующего раза. Вот посмотрите, какой должен образоваться корешок. То есть это не должны быть маленькие вот такие ниточки. Пока нет корешка, не старайтесь сажать его в землю. Он у вас пожелтеет листья и пропадет. А вот с такими корешками уже можно смело сажать его в грунт. Не нужно делать слишком большой, не нужно брать слишком большой горшок. Вот на таких два будущих растения вполне достаточно будет вот такого вот горшка. Третий был бы лишним, один был бы маловат. Я думаю, что адаптация к новой земле пройдет успешно. Грунт я помешала с торфом, больше ничего не добавляла. Сейчас я его полью. Он еще немножко постоит на улице, потому что день уж очень хороший, сырой, влажный. Ну, как раз то, что ему нужно. А этот понесу в комнату, он еще немножко постоит, образует корешочки. И тогда кто-то еще попросит его посадить. Я с удовольствием это сделаю. Меня просят, чтобы я сама посадила, потому что рука легкая. Я всегда сажаю сама, чтобы то, что я подарила, уже принялось наверняка. Еще что мне осталось сделать на сегодня, так это вот, наверное, омолодить вот эту вот вечно цветущую бегонию. Она выросла очень высокая, а за зиму впереди она вырастет еще больше. Такие деревья мне не нужны. Они пьют очень много воды. Их нужно каждый день заливать. Они закрывают свет в окне. И поэтому я приняла решение их омолодить. За зиму молодые побеги вырастут, зацветут. Растение станет гуще. И только выиграет от этого. Started.
все. Осталось его только хорошенько пролить, подсыпать хорошей земли и в комнату на окошко. Скоро кусты станут больше, пушистее, кудрявее, и скоро появятся цветы. У нас в этом году очень крупная айва. Ну, я заложила на зимовку. Сейчас она невкусная, сейчас она терпкая. А вот когда похолодает, она еще больше пожелтеет, станет мягкой, сочной, вкусной. А эти я оставила, чтобы посушить в сушилочке. Дети мне приобрели сушилочку, и вот 5 штучек я оставила, попробую сейчас посушить. Ну и бананчики тоже посушу. На этом, наверное, можно и закончить. Кушайте больше фруктов, подкрепляйтесь витаминами, ешьте полезные блюда, укрепляйте свое здоровье, гуляйте на свежем воздухе и не болейте, пожалуйста.